Раз женщина стала мусульманкой, она теперь под мусульманским законом, который гласит, что дети принадлежат не матери, а отцу. А закон Израиля в таких вопросах признает компетенцию не еврейского, а мусульманского судьи. Каждый раз, когда мы спасаем таких детей, мы нарушаем израильский закон. Меня и других постоянно вызывают в суд и выписывают ордера на арест. Когда я был в Кнессете, меня это не беспокоило, потому что они не могли меня арестовать. Сейчас они это могут. И кто знает, до чего они дойдут. Как бы то ни было, я считаю, что это огромная трагедия, что ни одна из ортодоксальных партий ни разу не подняла этот вопрос. Я заседал с ортодоксальными партиями 4 года. Не нужен Йоси Сарид, чтобы опорочить образ ортодоксальных евреев. Не нужно, потому что они сами это делают. Вот так мы относимся к этой проблеме.